Галина Карповна, будьте добры, пожалуйста. Ну, смелее, у нас мало времени, пожалуйста, Галина Карповна. Быстрее. Пожалуйста. Галина Карповна. Значит, Галина Карповна, вот здесь мы работаем, спокойненько. Не волнуйтесь, вот здесь, сюда, вот так. Ага, нормально, хорошо, замечательно. Галина Карповна, вот сюда поближе, пожалуйста, сюда. Ребячки, да, вот. Да не бойтесь вы так, спокойненько, расслабьтесь. Я вам на всякий случай напоминаю, наш стиральный порошок называется Дора. Он самый лучший, ага. Так? Остальные порошки называются обычный, то есть гадость, да? Ага. Вася нормально? Ага. Вася нормально там? Ага. Ну вы вот так делаете, у вас все нормально? Ага. Не надо так делать, у нас телевидение, хорошо? Не буду. Пожалуйста, да? Ага. Ага, да. Значит, смотрите. Значит, ребячки, операторы, значит, договоримся так, я начинаю, да? Значит, смотрите, я говорю в камеру такой текст: какой из стиральных порошков самый лучший, спросим об этом у женщин, да? Вы рассказываете свою простую, бесхитростную историю. А? Историю помните? А? Вы сейчас должны рассказать бесхитростную историю, вы ее помните? А? Галина Карповна, ну мы же договаривались, любую историю из вашей жизни. Ну, например, я купила Сереже новые джинсики, он пошел во двор и попал под машину, да? Я посмотрела на джинсики и ахнула. Я смотрю, а джинсики в смятку. Очень хорошо, запускай. Я как ахнула водителя, огнетушителем по голове, так его врачи по четвергам собирали. Сволочь такая! Вот я взялся. Ага. Вы же думаете, что это? Ага. Ваши миллионы телезрителей будут смотреть, а вы мелите ерунду тут. Начали. Меня? Да вас, конечно. Простую женщину из Химок будут смотреть миллионы зрителей. Ну, конечно, мы же рекламу снимаем. И Зинка тоже будет меня смотреть. Какая Зинка? Ну, Зинка, соседка со второго этажа. Ну, конечно, будет. Точно? Точно будет. На, скотина! Скотина! Прекратите немедленно. Скотина! Галина Карповна. Ага. Галина Карповна. Ага. Я вас предупреждаю. Если вы будете так себя вести, вас никто не увидит вообще. Нет, понятно? Вот теперь надо, чтобы увидели все. Нас! Галина Карповна! Ага. Успокойтесь. Ага. Галина Карповна. Вот детский сад, честное слово. Ага. Начали. Галина Карповна. Я вас заменю! Не надо! Все, работаем. Внимание. Готовы? Ага. Начали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. И чем только я не пробовал. Я понял. И чем только я это не пробовал, ла-ла. Это в середине. Еще раз. И чем только я это не пробовал, ла-ла. Это в середине. Галина Карповна, вы меня неправильно поняли. Сперва ваша простая бесхитростная история. А вот этот текст в середине, хорошо? Ага. Давайте еще разик, пожалуйста. Начали. Я губы не размазал. Да не размазал ты губы, стой спокойно, я тебя прошу. На! Галина Карповна. Ага. Начали. Пишем. Не останавливайся, да? Все, разик. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Ну? 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 Ну я такая-то, ну? Я такая-то! Полищук Альберт Иванович, 1957 года рождения, и чем только я его не пробовала! Стоп! Ага. Галина Карповна. Ага. Какой Альберт? Я извиняюсь, я как только про стирку, так это Альберт, мой муж, вылазит из головы и стоит перед глазами. Настрогал детей, отобходит где попал. Слушайте меня внимательно. Ага. Не надо, чтобы Альберт вылазил. Не надо? Не надо. Я его засуну. Хорошо, пожалуйста, давай. Я вот так засуну, скотину такую. Без подробностей, хорошо? Хорошо. Все, начали. Кирпичом по голове и без подробностей. Главное, чтобы не вылазил. Не вы... У меня не вылезет. Хорошо. Я прошу вас, не крутите головой, говорите ему туда в кругленькое, видите? Ага. Давайте еще раз. Галина Карповна. Ага. Пишем. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Я. Хорошо. Полищу Галя. Хорошо. Мать шестих детей. Что ты можешь?
хочу рассказать бесхитростную историю в эту дырочку. Я полещу Галя, мать шестерем переёбер. Про машину рассказывай. Нет. Однажды я купила Вадику новую курточку. Очень хорошо. Он пошел играть во двор. Испачкался в ней. И проиграл. Курточку, джинсики, маечку и Светкину квартиру. И чем только не пробовала его. Галина, дорогая моя, золотая сказка, волшебная. Защекочу! Спокойно! Вот встаньте на место! Ага! Скажите мне, у вас более веселые истории есть? Как грязи! Я умоляю вас, я на колени сейчас стану! Не надо! Пожалуйста, давайте мне более веселые истории! Что же вы верите мне тут трагедии? Мы же рекламу снимаем! Боже, тебя вот так... Не надо, закройте, пожалуйста! Пишем, какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин! Более веселая история! Однажды к Людочке пришла подружка Алла. Однажды они побрили ноги и давай пускать по ноге косынку, ну, чтоб скользила, как у рекламы. А у Людочки косынка зацепилась за стерню и не скользнула. Лучше про этого. Про какого гада? Про своего! Какого? Про своего! Про Полищука! Про Полищука! Однажды Полищук вернулся и давай строгать детей! На балконе строгал! В спальне строгал! На подоконнике струганул! Стоп! Стоп! Я скажу, боже, девочка! Скажите, у вас собака есть? Было! Слушай меня внимательно! Собака вернулась с улицы и наделала на ковре пятен. Да я бил, я и на матрешку разобрал. Не перебивай. И чем только ты не пробовала. Соседка сказала, попробуй Дору. Понятно тебе? Ага. Пишем. Какой из стиральных порошков самый собачий? Сейчас мы узнаем. Боже, что я говорю? У в мире животных. Ля-ля-ля-ля-ля. Я тебя задушу. Собаке собачья стена. Однажды у нас была собачка. Однажды она вернулась с улицы, упала на ковер и наделала. И чем только не пробовала его убить. Кого? Полищука. Что, обратно не то? Не то. Давай еще раз. Ага. Ну. Чудак, вы сначала спроси. Про что? Здрасте. Какой стиральник? А действительно, какой из стиральных порошков? Кто мне ответит? Я. Отвечаю всю правду. Я. Полищу Галя. Мать семёх неполноценных, жду девятого. Однажды Светочка вернулась позже обычного. Однажды Светочка вернулась через трое суток. Ладно. На груди у нее было большое пятно, другого не было совсем. Но ты взяла Дору. Но я взяла стиральный порошок, да. Расколопоцала его палкой в ведре, да. И так отпробовала эту дуру вокруг сквера, что пятна разошлись, синяки рассосались, и она обратно стала девушкой. Да что ты мелешь вообще? Да ты дашь человеку слово сказать. Женщины! Увидите этого гада Полищука, не поддавайтесь! Не будьте дорами! Никакой порошок не поможет! Я снимаю.